Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала. Помогите вы мне определить, оригинально ли это смогонский. А то я с этим сайтом автовеломото уже прогорел на счет плуга и окучника. Хотя они, конечно, обещали заменить, но обещанного 3 года ждут. Также по поводу сцепки. Паспорта я не нашел никакого. Говорят, там какой-то номер должен быть пятизначный. Тут не то, что пятизначного. Я не вижу даже однозначного номера. Сотрудница Дарья, я еще тогда помню, уточнял, прекрасно вспомнился через время, что я же говорю, что это же мне надо смаргонь. Да, 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 не переживайте. И по приезду, когда курьер привез, я так смотрю, как-то, вроде да, сморгонь. Опять же, тогда у нее уточнял. Она, да, да, все сморгонь. А по итогу оказалось, когда плуг ухо рвало крепежное, оказалось, люди, благо зрители подсказали, что ни хрена подобного. Ничего это не сморгонь. Судя по всему, что отсутствуют тут какие-то номера. Я не знаю, конечно, уже темновато. Но тоже не похоже это на смартфонь. Не знаю, где там должен быть номер. В какой части. И как со временем поведет это добро, также не могу сказать. Так вот. Ждешь мотоблок в эйфории, как первая важная покупка. Тебе привозят с какими-то левыми допами, прям как в российских автосалонах. Ты берешь, все, радуешься, а потом, пожалуйста,